Все, хватит, съел. Два яблока, кость. Дядь Саш, успели мы сегодня? Да как, ну пораньше, а я же бы ушел сейчас. Ну ладно. Как старались опять с работы. Ну что вы все всего бабла не заработаете. Понятно. Вон там что-то стало, блядь, не понятно. Только пойдешь сейчас. Привет, Саш. Здорово. За троих. Трое? Да. Трое человек, сколько? Трое. Вас? Трое, и жена там, женщина. Жена ловит? Нет, не, она... Раскладушку ей взяли, думали, солнце будет. Солнце, наверное, не пахнет. Ну, а зачем солнце? Ну, чтобы лежать. Нет, сейчас такое рыбацкая погода. А с ночевкой ночевал, да, дядя Саша? Да ночевал там один. Так, ладно, где вы садитесь? Да, а вот. Наверное, вон, где вот тут раз ловили. Ну, давайте, ладно. Что, сейчас нормально? Ведер идет, карасик? Ну, идет, у жару не идет, у холод идет. Вот сейчас будет ветер, да нахрена. Червяк, опарыш. Угу. Вот этот вот. Угу. Верховая болтушка. Болтушка, ну, перловка. Как обычно, короче. О, вот.
сегодня ко мне приезжал рыбак с этим. Дети мне 500 рублей отдал. Я, ну, шустрый ты, а знаешь, ты мне сколько годов? 82. Ёб твою. А шустер, бля, я ему чистил, у него он туда подъехал, я говорю, давай. А ими были как-то три пенсионера. Ну и он в том числе был. Вот они дали мне 500 рублей. Ладно, мы хоть половим, сучка ты. Ну ладно, давай. Всех годов по 70. И я с ним, знаете, к нему приехали с Мурманска. Дети там молодые или внуки. Внуки, скорее всего, или правнуки. А он бегом там с этими внуками ворочается, удочки, блядь, ёбты. О, представляешь, кем он работал, хер. Да были бы у меня легкие, нормальные. Если он интересуется жизнью, а я уж как-то мало интересуюсь ей. Вот такие дела. Даже не знаешь, ё, чем это ее лечит, черт знает. Что есть, что не есть. Думаешь, авось проскочит, авось проскочит. Ничего. Не проскакивает она. Пускай так.
лучше есть. Когда ж мне сны перестал, то есть мне уже сны снятся, уже год сны снятся, каждый день. Знаешь, то стройка снится, я командую, то еще что. Знаешь, в основном стройка. Знаешь. Я забыл уже, столько каждый день снятся. Ты не спрашивай, какие сны, я тебе расскажу. Так уже каждый день. Вот в обед даже ляжу. Там на час, на полчаса сразу что-то приснится. Знаешь? А это вот то, что голова не в порядке. Понял? Сны – это первым делом у человека голова не в порядке. Почему я от того года отличаюсь, понимаешь? Намного отличаюсь. И начал я отличаться где-то с октября, наверное. Потому что октябрь я ходил пешком в Ростовле, мне Бог был. Я раздыхнул и проходил пешком. Туда-сюда, пешком. Потом все хуже, 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 хуже. Черт. Дорожник, медуница, ромашка. Вот эти раз. Варпух. Баяночник. Стыдник. Курочки. Вот эти есть, но не хочу их дышать. Может, сразу отмена. Надо было раньше лечиться мне. Читай. У меня правый желудочек атрофирован. Понял? Это 100%.
От астмы, значит, какие препараты принимаю? Серетит принимаю, вот, то есть симбикорт принимаю, вот, по два вдоха, потом. Потом принимаю, это при обострениях, серетит два раза я принимаю. Я пожилой, потому что я старый уже. Вот. Я их принимаю, как мне становится плохо. Я принимаю так их, принимаю так их. Понимаешь? Оно не идет, обострение идет. Понимаешь? Верапамил 80 миллиграмм. Пить 7 часов, 15-23. Монаприл 10 миллиграмм. 10 миллиграмм нету его, есть 20 миллиграмм. По одной таблетке один раз. Всем... Нет, три раза. Ой. Ёлки. Монаприл. Три раза, оказывается. Да, блин. Начинать надо опять я вчера выпил вот этих, чтобы работать. Вот гранату две штуки. И себя сжег. Я ящик поднял вчера. Который ящик стоит, я с пола его поднял. Который ящик стоит, я его поднял. У меня что-то шел бумажник. Я его поднял. Понял? Я думал, ну чего? Я в итоге сегодня все. Мне надо, понимаешь? Авось я выдержу, понимаешь? Авось я выдержу, понимаешь? Слабый, пульс слабый. Что ж такое слабый-то? Слабый пульс. Песок сеять, землю возить, траншеи копать, и кусты вырывать. Неделю работать.
Зачем? Что? Зачем? Что? Ну зачем вот все это, траншеи копать, кусты вырывать? Как зачем? Ну зачем? Зачем? Отмостку надо широкую делать. Двухметровую отмостку ширину. От дома. Чтобы не метровая была, а 2 метра ширины была. Понятно? Поэтому они ни один не работают. Я думаю, там ничего нет. Думаю, там ничего нет. Нет опухоли? Нет. Я физически столько работал, у меня не должно быть. Если бы я был лежачим... Физически много работал. Отделение. Да, здравствуйте. Я бы хотела поговорить с пациентом. С каким? Кулаков Александр Викторович. А вы кто ему приходите? Я ему дочь. Угу. Хорошо, сейчас. Угу. Кулаков. Кулаков, подойдите к телефончику. Да. Привет, пап. Привет. Ты как? Да так, лежим. Как дела вообще? Ну так, средняя паршивость. Ну, может, расскажешь что-нибудь? Да что рассказывать? Нечего рассказывать. А как чувствуешь себя? Да плохо. Почему? Да потому. Болею.
А что болит? Ладно, Соня, ну что ты спрашиваешь, что болит? Болит. Пап, да я давно с тебя не звонила, ничего, не навестить не могу. Я же соскучилась, я же не знаю, как ты. Ну и что, болею. Да я знаю, что ты болеешь. Болею. Ну и все. Ну ладно, Соня. Подожди, подожди секунду. Не могу, Соня. Почему? Все, Соня, пока. 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 Папа! Да ты можешь мне хоть что-нибудь сказать, кроме этого? Ничего. Возьмите.